В отличие от Георгия Ярцева, имеющего в ранге первого тренера титул чемпиона России, Анатолий Давыдов еще ничего не выигрывал. И финал Кубка России был для него и для «Зенита» великолепной возможностью выиграть свой первый трофей. Воспитанник питерской школы футбола Владислав Радимов был готов этому помешать, но его дальний удар без труда взял Березовский. Игравшие без нескольких ведущих защитников «Динамовцы» сделали ставку на первый тайм, и моменты для взятия ворот у них были. В середине тайма опаснейший удар с лета в нижний угол Ромащенко, но на табло по-прежнему 0-0. «Зенит» ровным счетом ничего в эти минуты не показывал. На 25-й минуте Головской выполняет штрафной, и потерянный питерскими защитниками Писарев открывает счет. «Динамо» владело неоспоримым преимуществом во многом благодаря игре Гришина и Ромащенко. К сожалению, в очередной раз разочаровал Радимов, не показавший и 50% того, на что способен. Во второй половине матча «Динамо» не собиралось останавливаться на достигнутом. И в тот момент, когда казалось, что еще чуть-чуть и будет второй гол, Ярцев меняет героя первого тайма Писарева. На поле появляется Кульчий, и моментально инициатива переходит к футболистам «Зенита». Спустя 4 минуты после роковой замены первый провал в «Динамовской» защите, Панов на ударной позиции и гол. 1-1. Проходит еще 120 секунд, и Панов делает дубль, забивая великолепный гол, и уже 2-1. «Зенит» впереди. Питерцы ринулись вперед, поймав кураж, вспарывая оборону москвичей раз за разом. И на 66-й минуте Горшков отличным пасом выводит на ударную позицию Максимюка. Мощнейший удар в ближний угол. И счет становится 3-1. «Динамо» деморализовано, а «Зенит», подбадриваемый своими фанатами, которых было больше, чем болельщиков московского клуба, рвется вперед. Очередной великолепный пас Горшкова и... выход 1-1. Островскому остается лишь сбить нападающего «Зенита», фол последней надежды, удаление, и все кончено. Всем понятно, что Кубок России достается питерскому «Зениту». Браво, Питер! Браво, Панов! Заслуженная победа и награда в виде путевки в Европу, где «Зенит» выступит вместе с московским «Локомотивом» в Кубке УЕФА. Нам нужны были сегодня обязательно победить, поэтому мы и победили сегодня. Что можете сказать о болельщиках? Я хочу их поблагодарить за такую мощную поддержку от имени всей команды. Я очень рад приветствовать их здесь. Вообще финал Кубка, он сам по себе, это одно из важнейших событий у каждого футболиста. Вот. Но в силу некоторых причин для меня этот матч стал более принципиальным. Я очень рад, что мы его выиграли. А что помогло? Помогло, наверное, коллективизм все-таки. Это в нужный момент собраться, что мы доказали во втором тайме. Сложно было выходить на замену все-таки такая ситуация? Я благодарен очень ребятам, которые, в общем-то, сделали результат 3-1 и выйти там за 12-15 минут до конца все-таки. Я думаю, что это не так тяжело. Кому можете посвятить победу? Посвящаю победу отцу, который умер у меня недавно. Вот. Все-таки он очень ждал этого момента. И мне обидно, что он немножко не дожил.